Хотела немножко вам рассказать о розмарине. Розмарин – это удивительное, вечно зеленое, с мощным ароматом лекарственное растение. У него очень много антиоксидантов. Я сегодня собрала у себя, вот заварила, 20 она отстояла. Теперь с него я налью в чашечку с ватным тампоном, намажу руку, лицо очень полезное. Можно еще наливать вот ячейку, розмариновый лед сделать. Тоже для лица очень полезно. А это я на черенку отпущу. У меня за ворота есть немножко места, я отпущу на черенки, чтобы у кого нету дома розмарина, тоже собирали, пользовались на здоровье. Также, если у вас у кого-то нету, черенкуйте, она очень хорошо черенкуется. И пользуйтесь на здоровье. Всего вам доброго!